Всем привет! Меня зовут Марианила. Сегодня у нас очередная посылка Сахёрб, но она переложенная в другую коробку. Вот, в общем, вот так вот это все выглядит. Вот. Если честно, она по внешнему виду напоминает коробку от обуви. Ну, это вот только такое мое ощущение. У меня здесь какой-то новый вид воздуха. Вот такой мне ни разу не приходил. И, в общем, это все выглядит вот так. И вообще, у меня здесь много новинок. И я в этот раз, знаете, как бы затрону такие достаточно интересные темы. Что-то хочу вам прочитать. То есть, если вот прямо сейчас нету бегло смотреть видео, вот отложите лучше, ну, не знаю, там на субботу-воскресенье или как вам там будет удобно. И, ну, я реально хочу... не просто распаковать, а что-то еще донести. Это не значит, что я копирую, да, то есть как бы просто здесь будет один бат, который гормон, который нет просто смысла показать. Так, посылка была от 23 декабря. Шла опять достаточно быстро месяц. 14 товаров. Вес 2400. Объясню. Вот когда у меня здесь много всего, что мне надо, я вот прям, ну, как бы я лазю по корзине, я хочу убрать и сделать, например, до 2 килограмм, но я каждый раз боюсь, а вдруг я следующую посылку буду отправлять не скоро, а я понимаю, там омега заканчивается, да девчонки что-то просят, там, что-то хочу из тяжелого, вот прям горит уже, хочу попробовать попить и посмотреть, какой будет эффект. И хочется, например, сделать до 2 килограмм, и не получается по весу. А до 3 килограмм закидывать, я понимаю, что... Что-то у меня здесь вообще даже ничего, сколько это денег у меня стоило. Вот, и то есть получается до 3 килограмм, ну прям совсем... Ну, я, конечно, могу закинуть, ну, тогда получится, что я все деньги закину в Ахёрб, и, грубо говоря, завтра в Магнит не на что будет там, не знаю, купить детям... свинину, да, или еще что-то. Поэтому вот по поводу вот этого я не так сильно заморачиваюсь, как, наверное, надо бы. Значит, у меня здесь вот эта вся посылка. А, транспортная компания СДЭК. Стоимость доставки у меня стоила 3728. И к стоимости каждого товара, получается, нужно прибавлять 266 рублей. Я, знаете, почему вам на это акцентирую внимание, что вот, например, там, ну, вот, предположим, вот D3, да? Потому что, почему я так акцентирую внимание на том, насколько выходит дороже конкретно вот эта бутылочка D3? Потому что... это все равно намного выгоднее, чем Wildberries и Озон. Намного-намного выгоднее, потому что, ну, даже хорошо, я вот сейчас достала вот этот D3. Это для девочки. У девочки знакомой дочки либо 2, либо 2,5, наверное. Она ее хочет отдавать в сад. И она вообще даже не знает, как она будет себя вести, когда она ее отдаст в саду, потому что она уже сейчас очень много болеет. Я говорю, ну, а что ты делаешь для того, чтобы не болела? Не знаю, что она там делает, но я говорю, ну, ты хотя бы на D3 сдай, давай подаем D3, посмотрим, как она у тебя будет, когда она будет пить D3, как она будет болеть, не болеть, реже болеть или вообще не болеть, да, и вообще хотя бы какой уровень D3 у человека в организме, неважно, 2 года или 22, или... 62. У всех у нас есть какой-то уровень D3. Ну и, в общем, она вот выбрала вот этот. Child Life 30 мл. Вот он стоил 627 рублей. Ну вот представьте, 627 рублей и прибавляем мы 266. Да, что это получается? 600, 800, ну 900, да? 900 рублей. Она, когда мы с ней, я ей кидала скриншоты и по Ахёрбу, и по Валбурсу, и по Озону, вот это вот стоило, но я сейчас не знаю, сколько сейчас на Зоне, но она стоила, если здесь она стоила 800-900, то там она стоила 1800-1900, там 2100, и вот это вот. Поэтому выгоднее, ну и плюс это мы точно понимаем, что приходит оригинал, мы в качестве Ахёрба уверены.
И поэтому я так сильно и акцентрирую, что вот, да, кажется, 3700 доставка, 3700. Но если это все разделить на количество товаров, которые здесь находятся, то есть вот любой товар становится дороже на 266 рублей. Теперь, ну тогда сейчас еще раз проговорю. Девочка мне два товара заказала. Второй тоже распечатывать не могу, не для нас, но покажу наш. Я тоже спрашиваю, ну а что она у тебя пьет? Там витамин С, то есть основа, да, для иммунитета это D3, витамин С, цинк, что у нас еще? Ну можно эхиноцею, да, если вдруг болеет, витамин А, витамин Е. Это вот, ну вот как бы база. А потом уже можно, да, когда человек болеет, там кора муравьиного дерева, там монолаурин, еще что-то, да, то есть как бы, ну вот база это витамин С, D3, цинк. И я ей показала, что Кирилл у меня не на постоянной основе, но сейчас что-то как-то даешь ему, он мне такой говорит, нельзя. А одно время прям очень хорошо ел этих животных. Вот, сейчас вам покажу, как это выглядит. Заодно скажу. И знаете, чем вот это вот выгодно, эта банка? Это пластмасса. Это не так сильно тяжело. Здесь 90 животных. И стоит это 1208. Да, я вот помню, что это стоило 1208. А на Валбрис это стоило там 2200. 2100. Или даже 2800. В общем, я помню, что он вот прям дикий наценки. И здесь в одном вот этом животном идет цинка 8 миллиграмм, плюс тут одновременно идет эхиноцея, вот, и 8 миллиграмм для ребенка этого достаточно. И сейчас я хочу показать, то есть как бы здесь в основном, ну как бы нам встречаются слоники, либо лев, либо... Кошка здесь точно встречалась. Вот лев, слон, бегемот, кошка. Вот это я точно помню, 4 вот этих животных. Ну, то есть такая прессованная таблеточка, кисленькая она. Вот такая вот прессованная таблеточка, она кисленькая, но, ну, то есть как бы, вот. То есть вот это я заказала девочке. Теперь из... новых товаров и очень дорогих, вот сейчас придется при вас, наверное, что-то я не подготовилась заранее, сейчас я проговорю. Все вы знаете, что у меня младший ребенок, ребенок-инвалид, что у нас задержка развития, что кто-то говорит, что это расстройство аутистического спектра, потому что он как... Ну вот в группе он в саду, как вот сам себе, сам в своем мире, сам вот как бы играется сам с игрушками, никого к себе не подпускает. То есть ну, у нас есть что-то сродни аутизму, но это не все характеристики, да, которые говорят, что это, да, это аутизм, но у нас есть что-то немного отдаленное от этого. Я что хотела показать? Кроме того, что растет курс доллара, да, кроме того, что сейчас придется, ну, я не подготовилась, вы извините, пожалуйста, но хочется про это проговорить. Есть Татьяна, опять раз говорю про Татьяну, город Харьков, канал Ахерб Товар Косметика. Она много раз показывала вот эту вот ПЭО, именно вот эту, от Natural Factors. В ней 400 миллиграмм, да? 400 миллиграмм, да, в одной капсуле. Здесь 90 веганских капсул, я думаю, что этого на 3 месяца. Но и как она работает вместе с вот этим от Life Extension, вот этот Gera Protect Autophagy Renew. Здесь основное действующее вещество лютеолин. Дети такие же, как у меня Кирилл, очень хорошо помогает с задержкой развития вместе в гамме П вместе с лютеолином. И есть такой итальянский препарат, называется Глиалия. И эту глиалию очень часто, ну, наверное,
интегративные нутрициологи, нет, нутрициологи, непонятно, что они все идут по вот этой схеме, интегративные неврологи, может быть, остеопаты. В общем, я знаю, что это глиалия точно назначается вот таким детям, как Кирилл. Мне пока еще это никто не назначал, но я хочу, чтобы это у меня было уже дома. Значит, П у меня до 24 года, а лютеолин у меня до ноября 24 года. Я хочу, чтобы у меня это было здесь. Я этим вопросом буду заниматься, но, в общем, я не найду сейчас эту фотографию, но поверьте мне на слово, может быть, Татьяна подпишет потом в комментариях, если будет смотреть это видео. Я точно помню, что когда Татьяна рассказывала про эту ПЭО, я ее скриншотила. Я залазила на Ахерб, я скриншотила цену, которую... Это до закрытия Ахерба было. Я точно помню, что я это скриншотила. И вот если сейчас вот эта коробка стоит 2755, вот это стоит 90 капсул, то раньше это стоило, ну, может быть, я подпишу, не знаю, здесь вот прямо во время видео, это стоило там... 1700. И то есть получается, Ахерб, ну, очень сильно поднял на вот эту ПЭО, как бы изначально свою цену в долларах поднял. Потому что я думаю, нифига себе, ну, у нас доллар не настолько вырос, потому что он у нас после того, как вырос, он у нас после этого опустился. Но сейчас он опять как бы немножечко поднимается, но не настолько. То есть, в общем, вот эта вещь 2750 стоит, это, конечно, прям дико, ну, это очень дорого, но и еще по Инстаграму я подписана на одного итальянского блогера, там тоже нутрициолог она косметолог, она учится, не знаю, там какое второе, третье высшее в Италии, и очень много интересных вещей рассказывает, что-то рассказывает, что я вообще в этом ничего не понимаю. Вот. Но она показывала эту глиалию недавно, ну, может, месяца два назад я видела прям, как выглядит эта глиалия. Но она так и сказала, у нее русскоязычный контент, ну, как бы Инстаграм у нее русскоязычный, вот, то есть она ориентируется на нас всех русскоговорящих, и она говорит, типа, девчонки, типа, кто с России, не знаю, как вам заказать. С Казахстана там как-то можно. Нет, она как сказала, Россия, Казахстан, вообще нет никаких возможностей. Украина, есть возможность заказать с Италии эту глиалию. Но я вот таким образом. И теперь, если вы у меня увидите в следующих распаковках вот эту аутофаги и ревью, я хочу добрать ее, то есть чтобы у меня вот этого на 3 месяца, и чтобы вот этого у меня было тоже на 3 месяца. А здесь только 30 капсул. Я хочу, чтобы у меня тоже этого стояло побольше. В общем, я разорилась, конечно. Вот этот заказ вообще прям очень сильно дорогой. Поэтому... А вот это ревью стоило... 1536. Вот взяла D3. Блин, сейчас, грубо говоря, конец января, опять март 24 года. У меня здесь 360 капсул. То есть вообще совершенно нету огроменного запаса. Это, вы знаете, как я когда вижу, что очень дикие акции на это. В суперакциях, что ли, она стояла. Вместо цены 1071 я взяла всего за 364 рубля. Может быть, я тогда тот D3, который мы сейчас пьем, я посмотрю, если у него срок годности очень сильно большой, я, грубо говоря, его закрою, уберу куда-то наверх, а вот этот открою, чтобы мы с Сережей его пропили побыстрее, потому что срок годности март 24 года. Потому что Сережа и я пьем 5-тысячные, Сережа даже, в принципе, сейчас уже пьет, ну, наверное, с месяцочек у меня пьет 10-тысячные, мы не боимся пить такие дозировки. Я тоже достаточно много пила 10-тысячные, наверное, месяца полтора. Я просто потом пришла, учитывая, что я пила 10-тысячные, я потом пришла и смотрю, у меня D3-60. Думаю, ну, как бы еще можно даже поднимать. Вот, ну, взяла вот такую вот большую. Ну, нет смысла это показывать. Мне кажется, уже вы очень много раз видели этот D3. То есть это просто D3, это вместе с К2. Вот. Теперь из новинок. Вот эта банка была тяжелая. Ну, то есть у меня здесь много всего тяжелого, которое мне дало такой вот... Я вообще первый раз заказываю вот этот бренд Sorchi Naturals. И...
Я, конечно, видела, что кроме вот этого есть еще 180 таблеток, это сейчас я взяла, а есть еще и 360. Я думаю, 360 это, короче, вообще, я не знаю, столько надо денег. Я хочу пить другой магний. Я вот без преувеличения рассказываю, что я вот на этом магнии, вот, ну, может быть, с какими-то все-таки перерывами, потому что новая банка еще не пришла, оттуда пили. Но небольшие перерывы у меня были. Это цитрат магния. Я на нем, ну, наверное, уже месяцев 9, мне кажется, либо с мая я, либо с апреля. Я хочу... У меня нету никакой побочки, потому что цитрат магния, вообще он слабит. У меня нету. Не слабит, не крепит. Все норм. Все устраивает. И по тому, как я себя ощущаю, как я раньше там взрывалась, сейчас я достаточно как бы ровно, хорошо, ну, как бы себя ощущаю. Но я хочу поменять форму магния хотя бы на какое-то время. И в этот раз я взяла магний малат. Значит, здесь нужно 3 таблетки в день. То есть этого хватит всего одному взрослому на 60 дней. Вот так вот выглядит эта таблетка. Ну вот хочу я сравнить. То есть я на сегодняшний момент уже много пропивала глицинат. Я знаю тоже, как он себя ведет и как я себя чувствую себя при нем. Я пила долгое время цитрат. Вот сейчас я хочу попить малат. Вот эта банка стоила, где это вообще есть? Товаров много, 1322. И так как у нас сейчас мало кто, ну вот я не знаю, поделитесь, если мне кто знаете, ну вот я знаю, что Наталья распаковывает Ахерб. Ну так, чтобы сегодня следить как бы онлайн, да, как бы чем люди живут, я вот только знаю, Наталья распаковывает Ахерб. И есть еще одна девочка, я не знаю, как ее вообще зовут. А, нет, есть еще две. Одна что-то там в Геленджике, забыла я, как зовут. Такая темненькая, длинные волосы такие выправленные. Я точно знаю, что она то ли Геленджик, то ли Сочи. Потому что она у меня когда-то что-то спрашивала, я ей отвечала. То есть вот еще один человек, я знаю, что заказывает Ахерб. И еще одна девочка, там тоже как-то у нее какой-то канал такой, в общем... То есть я больше никого не вижу, кто сегодня раскрывает Ахерб. И я начала смотреть одну девушку, маму, женщину молодую. Она жена, мама там и так далее. Вот. Она с этого раз... Откуда она? С Казахстана она. Вот. Я у нее увидела вот это вот магнималат, думаю, ну дай попробую все, ну и новый бренд попробую, и, то есть, ну, иногда кого-то подсматриваю, а когда-то и, блин, у меня здесь реально все вот в основном новинки. Ну, да, это не новинка, это Омега Премиум, тоже вы ее много раз у меня видели, это у нас пойдет в запасники, тыхать, ноябрь 24 года, ну, нормально. Вот она у нас есть. У нас ее пьет Сережа 2 либо 1. Я тоже 2 либо 1. Дима 1. То есть, если бы мы каждый пили Сережа 2, я 2, Дима 1, то тогда бы у нас 5 штук в день уходило бы. Вот. Вот, в общем, вот так выглядят эти капсулы. Еще пока, наверное, полбанки есть, но пускай стоит. 240 капсул. Я знаю, что это далеко не самое высокое качество омеги. Кирилл у нас такую не пьет. Кириллу мы всегда, если как бы делаем курсом, то бренд Карлсон в основном. Это вот для нас. Ну и поэтому, ну эта банка тоже, сколько она стоит, Омега? 1181. Она тоже-то не особо-то дешевая. Ну вот она еще придала тяжесть вот этому всему. Теперь вот хочу рассказать вам... Я не знаю, я понимаю, что все, кто у меня на канале, у вас нету той проблемы, которая есть у меня в плане вот таких вот как бы задержки развития, такой вот проблемы с детьми. Но если копнуть в эту тему глубоко, вообще в тему здоровья детей и неважно это аллергия, инсулинорезистентность, лишний вес, гиперактивность СДВГ, если глубоко копнуть, то
вот эта дисциплина, вот эта наука, не знаю, как ее назвать, нутрициология, она, то есть нутрициологи с помощью рациона питания, с помощью закрывания дефицитов, работать с желчным, с кишечником, со слизистой кишечника, поддержка печени и так далее. Если с вот этим всем работать, вот у меня Диме 12, Кириллу будет там 6, да, в апреле. Если вот мне сдать все, что у меня есть, там, песок в почках и так далее, нутрициолог при... Это длительная работа, это много надо, это надо всегда быть ответственным за свое здоровье, всегда думать, там я ем 3 раза в день, я не перекусываю, я в себя не кидаю хлам всякий пищевой, да, в общем, я отошла от темы, то есть если... Вот у каждого из нас найдется что-то, что с чем нутрициолог найдет сферу, с чем работать, и нутрициолог говорит так, что даже они даже рак выводят в ремиссию. Ну, конечно, не там не самую высокую, там, 4-ю стадию, да, а там 1-ю стадию. Даже рак они выводят в ремиссию. То есть псориаз выводят в ремиссию. И ну, очень много. Гипотиреоз выводят. Но это глобально. Это серьезно, да, и так далее. Есть такое понятие, как pH мочи. Все мы... У всех у нас есть pH мочи. Просто мы не задумываемся об этом. И pH мочи должен быть какой-то. Какой-то он должен быть с утра, какой-то он должен быть вечером. Я не хочу сейчас умничать, потому что я вообще в этой теме только сама пытаюсь понять. И часто задаю своему нутрициологу вопросы и так далее. Ну вот, например, сейчас конкретно я нутрициологу скидываю свежие Кирюхины анализы, и она говорит, у вас там общий белок там и так далее, вы в ацидозе. Я говорю, какой ацидоз? У меня по полоскам 7,8 по моче, и 7,8 там и так далее, это аммиак. Она говорит, вы по анализам сейчас находитесь в ацидозе. И она опять говорит, горечи обязательно 3 раза в день за полчаса до еды и так далее. Вообще хочет, чтобы я расписала полностью весь пищевой дневник, что ест ребенок от и до. Она говорит, что у вас ребенок ест, почему такой низкий белок? И я говорю нутрициологу, а я вот такие вот полоски, они стоят 100 рублей, на Озоне заказываю. Вот. Я говорю, может, полоски неправильно что-то меряют? Надо мерить утреннюю мочу. То есть ребенок у вас пописал в горшок? Вы можете и свою так мочу померить, да? И эта тема очень интересная, на эту тему много тоже можно всяких найти информации. В общем, решилась я заказать вот на Тензимедике вот такие вот pH-полоски. Здесь 120 полосок. Они дорогие. Они у меня стоили 944 со скидкой 755. Но я хочу один раз посмотреть, то есть, ну, не один раз, один день, а хочу вообще, например, какое-то время посмотреть, и ребенок у меня будет так же питаться, а что будут выдавать мне тест-полоски, потому что мне нужно надо написать, что да, на самом деле, оказывается, мы в ацидозе. Здесь, в общем, вот такая вот, ой, здесь еще и пластмассовая такая штучка. Короче, вот такая вот вещь. А, и она меряет pH мочи только с 5,5 до 8,0. Но я понимаю, что она намного... То есть, если вот эти озоновские меряют просто цифры, у меня здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ну какой pH? Если что, спрашивайте. Вот ссылку на это из озона мы оставим. Эта тема очень интересная. А здесь pH мочи меряет только с 5,5 до 8,0. Но я понимаю, что это очень качественно меряется. Может, еще одну такую закажу, не знаю, посмотрю. Еще, конечно, напрягает то, что мы больше не можем писать отзывы, и мы больше никак не можем заработать. Тогда, когда мы писали отзывы, все равно это хотя бы какая-то помощь, но была. А сейчас никакой помощи нету, поэтому... Взяла вот такой вот
тоже новинка для меня. То, вот этот бренд Naturas Life, вот где солнышко нарисовано, ни разу не брала. Но есть такой врач, по-моему, она гастроэнтеролог, там и еще много всего, Диляра Лебедева, я про нее когда-то рассказывала. В общем, она в какой-то распаковке по Ахёрбу в давнишней говорила, что вот этой банке, ну, не грубо, ну, конечно, не та, это она, наверное, преувеличивала все-таки, что этого хватает на год, но это очень экономный таурин. И здесь нужно, там должна быть мерная ложка, я так понимаю. И здесь идет суточная доза, это одна четверть вот этой мерной ложки. И здесь 335 порций и 335 грамм. Скажи привет. Привет. Иди сюда. Скажи привет. Давай скажи привет. Ты что, в кино хочешь? Кирюша решил сниматься. Кирюш, теперь. Пойдем. Все, иди. Иди, Кирилл. То есть, да, на самом деле, здесь 335 порций, представляете? То есть, этого хватает на год. А я почему хочу вот этот таурин? Потому что от бренда Торн, что-то я уже сколько таскаю у детей, а это в основном Торн заказывался для детей. Я думаю, ну я сейчас его весь так перетаскаю, а потом что я им буду давать? То есть, им-то я даю в капсулированной форме, а себе-то я могу и сделать одну четверть ложки, мне-то как бы не вопрос запить водой, либо развести это в стакане. И я взяла себе вот такой вот, ну, я надеюсь, что это будет у меня очень такое долго, ну, долго работать будет эта у меня вещь, до апреля 25-го года. А таурин у меня стоил 1102 со скидкой 881. Теперь юбка. Юбка это тоже, конечно, такая беда. Я ее взяла, чтобы она у меня лежала. Я теперь решила проверять срок годности до августа 2024 года. А тот, который мы пьем, до февраля 2024 года. Юкка помогает усваиваться белку. Но пока мне нутрициолог говорит, что только Кириллу давать с каждой мясной пищей его. Но что-то, учитывая, что мы его даем, что-то как-то с белком у нас реально проблема. Вот, поэтому пускай лежит. Теперь биотин. Если честно, я прям даже, наверное, буду задавать вопрос, для чего я биотин. Биотин – это вообще, в принципе, не, одна из форм витамина группы В. То есть это я не себе, для волос. Биотин я взяла Диме для протокола. Сейчас у меня Дима, ну, там что-то пьет для заживления слизистых кишечника, для печени. Опять ферменты, естественно. Д3, естественно. Ну вот пьет у меня либо короче, не буду я вам перечислять весь этот, но следующая стадия, то есть пункты, которые следующие у меня идут, это биотин. Наверное, по каким-то анализам она увидела, что нам вот это все очень сильно нужно. Не скажу вам сейчас, не помню, то ли одна вторая капсула, то ли еще что-то. Она, конечно, скидывала нутрициолог у меня и с Валбриса, то есть можно было взять прям совсем недорогой. Но я все-таки люблю Ахёрб, поэтому я заказала с Ахёрба. Ну и в том числе вот этот она скидывала, именно 600 микрограмм. То есть такую маленькую-маленькую дозировку, 600, да, 600 микрограмм. Теперь, вот это я уже брала вдогонку, потому что... Так, я теперь везде смотрю. Июль 23-го года. Ребят, сейчас август, сейчас январь заканчивается. Вот поэтому они и делали. Это супер цена была. Я тогда сейчас омегу пить не буду, я арктический криль попью. Я ни разу арктический этот криль не пила. Здесь 120 капсул. Ну, поэтому они поставили такую дикую скидку на него. Это стояло в суперакциях. Вот эта банка 120 капсул вместо цены 2915 стояла за 1195, ну, 1200. То есть 1700 было скинуто по одной капсуле в день. Может, еще тогда я Диману сюда, наверное, притянул. В общем, вот такую вот вещь. Но я хотела когда-нибудь попробовать попить арктический криль. Вот. И у меня осталось две баночки. Про последнюю я буду вам много читать, потому что это реально очень сильно интересная вещь. Я знаю, что меня смотрят... Я думаю, что меня смотрят только одни женщины. И, ну, как бы мне здесь не стыдно про это рассказывать. Так, ладно. Сначала вот это. Энзимедика, мукостоп. Это вещь от кашля. Это стояло в пробниках. Я давно знаю, что эта вещь от кашля очень хорошо помогает. То есть вот мы знаем про АЦЦ, который в аптеке, либо
хлеба про нак, который мы 100 раз на него наслышаны, и мы его периодически пропиваем. Но вы можете зайти почитать отзывы. И вот мы сейчас, и Сережа болел, кашлял, и я на январских праздниках болела. И поэтому и с кашлем мы болели, с таким сухим кашлем, с таким аж прям, что пресс болел. Июнь 24-го года, я уже думала 23-го, июнь 24-го года, слава богу. Пускай это будет на время наших больничных, раз это лето следующего 24-го года, я думаю, ну 48 капсул это немного. Я только единственное не знаю, вообще детям можно или нет, вот это я вообще как-то этот вопрос пока не изучала. Но здесь для взрослой дозировка 2 капсулы в день, буду потом думать. Все, теперь я не врач. Я просто очень сильно верю интегративным врачам. Я понимаю, что кроме как я сама, обо мне никто не побеспокоится. Только я сама могу какие-то новые пласты информации поднимать и про них узнавать и себя как-то подстраховывать, да, на будущее. Я заказала себе прегнинолон от вот этого бренда тоже, Sorche Naturals. Мне на данный момент 42 года. Когда-то я все равно понимаю, что у меня будет менопауза. Когда-то она все равно будет, хочу я или не хочу. Там. Так как я, у меня есть симптомы ПМС, и если есть симптомы ПМС, значит, с гормональным фоном не так все хорошо, как могло бы быть. Я это набираю про запас. Я на самом сайте смотрела, что срок годности у этого товара очень сильно большой. Сентябрь 26 года. Я хочу набрать про запас не одну вот эту банку прогнинолона. Может быть, еще что-то начну набирать. Но я сначала хочу, как начать заниматься этой темой. Я хочу сдать на гормоны, самые основные, которые... за которыми надо следить. И по мнению многих врачей, вот той же самой Диляры Лебедевой, да, которая занимается очень много щитовидкой, гипотиреозом, она гастроэнтеролог, она там, у нее 728 тысяч на Инстаграме подписчиков, 728 тысяч. Она этой темой много занимается, гормонами, вот, как она называется, ЗГ, короче, заменительная гормональная терапия. Но я почему это специально посмотрела, какой будет срок годности, для того, чтобы набирать себе, ну, а вдруг у нас ахерб закроют, да, ну, вдруг, ну. Для физлиц закроют или еще что-то, через год или еще когда-то. Ну. Поэтому я хочу этого набрать много-много. Здесь 120 таблеток. Я взяла самую маленькую дозировку 25 миллиграмм. Там есть прегнинолон и 50 миллиграмм, наверное, есть и 100 миллиграмм и так далее. Я специально взяла самую маленькую. А в принципе, если это таблетки, я сейчас не буду это открывать, по-моему, это таблетки, насколько мне кажется, то можно ее еще делить пополам. То есть начинать вообще прям с малых-малых доз. И я планирую пойти в гемотест и сдать такой вот, как бы, как там пакет гормонов, как бы, можно и каждый, конечно, отдельно сдать, а можно сдать все в комплексе, тогда тебе получится чуть дешевле. То есть самые основные гормоны, которые, а называется это что-то типа анти-эйдж, гормональный фон в гемотесте. Как это называется в других лабораториях, я без понятия. Но конкретно, что входит в то, что я планирую сдавать, это самые основные гормоны. Это, не знаю, я даже многих расшифровывать, ну, вам не расшифрую, ЛГ, потом ФСГ, пролактин, экстрадиол, 17-ОН прогестерон, глобулин, связывающий половые гормоны, ДГАС, потом антимиллеров гормон, как-то тут какая-то аббревиатура по-английски, и тестостерон. Вот. Вы не удивляйтесь, что я читаю в том числе здесь тестостерон. Тестостерон – это да, это мужской гормон, но у нас он тоже есть. И если, например, я сейчас увижу, что у меня вот эти все гормоны, вот такие вот показатели, да, предположим, а потом я пойду, там, например, к концу декабря, и тоже сдам, и увижу, что у меня понижается там, тестостерон или ФСГ у меня понижается. То есть... насколько понижается, или
там, не знаю, наоборот, повышает, наверное, понижаться должны быть эти гормоны, то есть это значит, что яйцеклетка и яичники работают хуже, и, короче, за этим надо следить. Ну, это мое мнение, я никому не навязываю. Если вам интересно все, я это оставила на последнюю, на последний момент. Если вам, вас эта тема, я понимаю, что многих эта тема вообще интересует, где-то там она далеко-далеко, ну, не хотите про это думать, и все, я всю распаковку вам сделала. И что я хочу рассказать? Вот у этой Диляры Лебедев, она мне реально нравится, я за ней следила в Инстаграме, у нее есть еще и ВКонтакте ее страничка, она очень много дает информации, той, о которой стоит задуматься, и вот она выкладывает вообще то, что касается каждой женщины, она там с каким-то там тысячу восклицательных знаков сделала, короче, сам пост называется, сейчас я буду читать, наверное, минут 5, сам пост называется «Как узнать, что ваши яичники устали». Этот пост лучше сохранить, 100% пригодится. Когда наступает менопауза, все и так знают. Просто нет месячных, 12 месяцев и все. А вот как узнать заранее, что скоро яичники устанут, немногие знают. Сегодня дам критерии, которые нужно контролировать, а в сторис будет продолжение. А, ну короче, в сторис, что она что-то там выкладывала, продолжение. Короче, критерии приближающегося вот этого состояния. Первое. Изменения в регулярности менструального цикла. В первое время задержки могут составлять 5-7 дней, а в дальнейшем задержки достигают 60 дней и более. Это состояние называют менопаузальный переход и начинается за 2-3-8 лет до самой менопаузы. Значит, следующий критерий – это сокращение длительности и объема менструации. Например, с привычных 6 дней переходит на 3 дня. Следующий критерий. Первые периодические симптомы – приливы, ночная потливость, набор веса без видимой причины, сложности с его сбрасыванием, проблемы со сном, перепады настроения, депрессии, сухость во влагалище, недержание мочи, снижение полового влечения или либидо, ухудшение состояния кожи, волос, ногтей и дряблость мышц. Следующий критерий – это плоская кривая базальной температуры. Нет повышения в середине цикла и во вторую половину. Ну, понятно, что этим всем надо заниматься. Я просто вам рассказываю то, что, возможно, вас будет волновать. Значит, анализы, которые надо сдать. И вот она говорит, анализы, которые надо сдать. Нужно смотреть не менее 3 циклов подряд. Угу. Вот это я что-то не сильно обратила на это внимание. Но это уже туда, потом, поближе. Значит, повышение ФСГ на 3-5 день, если вдруг повышается ФСГ выше цифры 11-12, вот поэтому мне надо знать, сколько у меня нормальный ФСГ, потому что потом он у меня когда-то будет повышаться, а я и без понятия, какой он у меня был когда-то. Вот про ФСГ я вам читала, что он будет, я его буду сдавать вот в том анализе. Потом снижение АМГ на 3-5 день, менструального цикла ниже цифры 1-2, то есть потом уменьшение антральных фолликулов меньше 7-10 на 5-7 день. А, это надо смотреть на УЗИ органов малого таза. Угу. Ладно. И отсутствие желтого тела и снижение толщины эндометрия меньше 10 мм. Наверное, это тоже надо смотреть на УЗИ. Дальше она пишет, что прогестерон и экстрадиол можно не сдавать, так как они могут сильно колебаться от цикла к циклу. А, и вообще вот этот анализ, который я собираюсь сдавать, антиэйдж, я как-то пришла сдавать D3 или еще что-то, я говорю, я хочу в том числе сдать антиэйдж. Они говорят, а у вас сейчас как бы какой день цикла? Я говорю, ну как бы, что-то я не помню. Короче, надо вот этот антиэйдж сдавать только на второй-третий день. То есть вот подбирать именно, и вот эти все гормоны надо сдавать на второй-третий день менструального цикла. Значит, все знают, что к беременности нужно готовиться, но никто не говорит, что климаксу тоже... Это нужно делать. Чтобы встретить климакс достойно, нужно готовить организм хотя бы за 3-5 лет. От ваших ресурсов зависит, как вы будете себя чувствовать и выглядеть. Не думайте, что начнете пить заменительный гормон на терапию, ЗГТ, и все. Грамотный врач никогда их сразу не назначит, если не хочет у женщины побочек. Вот. И я вам не навязываю, я просто говорю, что я себе хочу вот такой вот запас сделать. Может быть, там банки 3-4. А потом уже посмотрим,
Я думаю, это пригодится. Ну вот так все остальное распаковка, ну не знаю, интересная она вам была, неинтересная. То есть как бы я-то заказываю то, какие проблемы у нас есть и какие проблемы я хочу решать. Если по тому, что я показываю, есть какие-то вопросы, пишите. Все, что знаю, я отвечу. То, что я не знаю, я сразу говорю, что, возможно, вас совершенно другие проблемы беспокоят, и, возможно, вам нужна какая-то совершенно другая информация. Но на сегодняшний момент я уже теперь так понимаю, что в Инстаграме и в Ютубе при желании можно найти миллион информации. Было бы желание с этим работать, было бы желание что-то в себе менять, свой рацион менять, свой образ жизни менять, свои вот эти вот привычки, которые мы вот постоянно, они у нас в нас закостенели, это надо менять, потому что сейчас и заболевания меняются, и вы прекрасно знаете, что все заболевания очень сильно молодеют и так далее. Все, в эти темы не буду вникать. Сами вы грамотные люди, кто смотрит Ахёрк, кто интересуется этой темой. Спасибо за просмотр, всем пока!